обласної державної адміністрації надійшла велика кількість звернень громадян, автоперевізників, депутатських звернень про вкрай незадовільний стан шляхів як місцевого, так і державного значення. Знову потребують ямкового ремонту значні площі проїзних частин доріг, які свого часу в минулому році були повністю підготовлені до експлуатації. В першу чергу це результат руйнування основи дорог, а також результат низької якості ямкового ремонту. За даними Укравтодору, за останні 5 років кошти виділяється лише 18% від необхідного. За рахунок коштів місцевих рад, практично в кожному районі виконувався ямковий ремонт. Всього було залучено понад 42 мільйони гривень. На сьогоднішній день у нас більше, ніж 150 тисяч квадратних метрів ліквідовано ямковості. Але фінансових ресурсів на експлуатаційні роботи вкрай недостатньо. Ми ще винні понад 90 мільйонів гривень за ті роботи, які виконані у 12-му, 13-му та 14-х роках, і держава не розрахувалася. Чому ж після зими дороги Харківської області в такому стані? При учеті того, що в такому стані знаходяться ті дороги, які були відремонтовані в минулому році? Степень разрушения верхних слоев такова, что делая и ремонтируя яму в одном месте, она появляется рядом в другом. Почему? Потому что верхний слой, как правило, более чем на 90% разрушен. Не к чему цеплять этот лоскуток асфальтобетона, потому что рядом верхние слои разрушены. И это повсеместная такая ситуация. Мы обеспечиваем безопасный проезд, но пока мы не перейдем на именно качественный текущий ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию, до сих пор мы будем мучаться. Ямочный ремонт – это полумера, это не панацея. Такое состояние дорог – это как обычно. Так вот, я вам скажу, что как обычно больше не будет. И почему такой низкий показатель ямочного ремонта на сегодняшний день в Харьковской области? Поэтому я требую от службы автомобильных дорог Харьковской области и от местных советов активизировать ремонт дорог. И это ваша непосредственная прямая обязанность. Все необходимое для этого в области есть. В области сосредоточено 226 миллионов гривен. Таких денег не было никогда. Но будьте добры, за счет этих денег провести качественный ремонт дорог. Особенно это касается поддержания состояния тех дорог, которые были отремонтированы раньше. Главам районных государственных администраций, местным советам, представителям местного самоуправления, я говорю, что буду очень критично относиться к работе руководителей вышеперечисленных органов государственной власти и органов, которые представляют местное самоуправление. И не нужно прятаться за то, что у вас чего-то не хватает. Каждый руководитель любой организации государственной ищет возможности, а не констатирует факт. Если нужна будет поддержка со стороны областной государственной администрации, вы можете на нас рассчитывать. При имеющемся финансовом ресурсе, если вы не сможете найти деньги, то вы поищем их вместе. Организуйте работу и наводите порядок в этой сфере. Я буду лично инспектировать качество дорог.